Более 30 воспитанников и тренерский состав футбольного отделения школы «Березина» принимают долгожданных гостей из столицы. Представители профсоюзной организации «Белагропромбанка» приехали в наш город, чтобы лично вручить ребятам 130 футбольных мячей. И сегодня мы видим, как радуются дети. Мы сегодня понимаем, что это в развитии наших детей. И очень хочется, чтобы когда-то мы через какой-то промежуток времени узнали, что они лучше, они сильные, они могут нашу страну представлять достойно. Такая идея поддержать начинающих футболистов спортинвентарем, признаются спонсоры, родилась давно. В прошлом году Белагропромбанк был постоянным партнером акции «Подари ребенку мяч», а в этом было решено помочь именно бобруйским ребятам. Тот вклад в развитие нашей базы существенный. Хочется сказать самые теплые слова Белагропромбанку за такой подарок нашей школе. Юные футболисты решили сразу же опробовать полезные подарки. На газоне стадиона «Спартак» перед гостями они демонстрировали свои умения и приемы, которым научили тренеры. К слову, сегодня в школе «Березина» занимается 280 ребят от 6 до 17 лет. Среди футболистов есть даже девочки. По ощущениям, он кажется более твердым, как уже понятно, то, что будет хорошо отбивать его можно будет, жонглировать, учиться с ним будет лучше. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск 360.